Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, и пришло время универсального формата на телеканале «Самара ГИС». Всех приветствую, всех с большим удовольствием, всех вас приглашаю принять участие в нашей сегодняшней беседе, потому что мне кажется, что тема очень интересная, самое главное, нужная, важная и полезная. Мы назвали ее «Личное участие», и можно даже добавить «Личное участие каждого». А что за мероприятие вчера проходило в замечательном ресторане в нашем славном городе Самар? Какие люди собрались, какие, может быть, интересные мероприятия проходили, что было, что делали, кому помогали. Ну, в общем, сегодня будем об этом в течение всей нашей программы рассказывать. Телефон прямого эфира 202 11 22. Звоните, задавайте свои вопросы, отвечайте на наши вопросы. Мы сегодня для вас приготовили замечательные подарки. Это билеты в кино и салон красоты. Также для вас совсем скоро будем сертификат разыгрывать. Так что дерзайте, друзья. Ну, а для того, чтобы вы как-то так прониклись нашей сегодняшней темой, как-то понять вам, что же за мероприятие проходило, давайте вернемся в 2014 год и посмотрим ролик с благотворительного марафона, который проходил в ресторане «Варенье» в 2014 году. Что там было, кто там был. Смотрим и возвращаемся в студию. Что это универсальный формат, это прямой эфир 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Может быть, вы были участником как раз-таки благотворительного марафона, может быть, вы были гостем ресторана, приходили, что-то вам понравилось, может быть, что-то не понравилось. Любая критика, какие-то советы, комментарии нам важны, потому что обратная связь — это всегда хорошо. Ну что, давайте о личном участии каждой из наших сегодняшних гостей, наши гости, давайте я вам буду их представлять с большим удовольствием. Так, с нами здесь руководитель благотворительного фонда «Личное участие».
счастья. Надежда Голубкова, здравствуйте. Добрый день. Пришла она с командой поддержки. Это арт-директор ресторана «Варенье» Ольга Проскурякова. Здравствуйте. И Ольга Сидоренко, партнер благотворительного фонда. Ольга, здравствуйте. Ну что, давайте, наверное, начнем со сверхзадачи, идеи. Вообще, я так понимаю, шуму наделал ваш благотворительный марафон достаточно. Как вообще второй год решились на такое? Мы надеемся, что хорошего шума он наделал. Хорошего, хорошего, конечно. Решились на второй год, так как очень понравились результаты первого года. То есть мероприятие было красивое, собрало много народу, и решили сделать его ежегодным. Почему нет? То есть всем понравилось. И мы довольны. Ну, какова, может быть, идея для тех, кто не в курсе, не слышал, не видел? Идея подобного марафона в ресторане в том, что люди, как бы далекие от сферы обслуживания, приходят и пробуют себя в этом качестве, а своей работой вкладываясь в благотворительность и зарабатывая деньги на благотворительный фонд, то есть на наши проекты. В прошлом году мы строили детскую спортивную площадку для противотуберкулезного диспансера. В этом году продолжаем строительство, начинаем вторую очередь. Люди приходили, а самые обычные посетители и не верили своим глазам, потому что кого-то они там видели из тех людей, допустим, кто работает фотографами, визажистами, стилистами, ведущими, музыкантами, артистами. Каково вот смотреть на такую реакцию людей? В основном там были люди, уже знакомые с концепцией, и друзья тех, кто работал, люди, которые узнали о нас там, из какой-то рекламы. Но приходили случайные люди. Приходили случайные. Кого-то они узнавали, потому что все, кого мы приглашали, это люди, те, которые задают тон в городе. То есть это журналисты, блогеры, директора магазинов каких-то наших, тех, с которыми мы работаем. Ну, те, кто никогда в жизни не держал поднос. Никогда в жизни, да, большинство из них не держали. А, наверное, больше всего эмоций было все-таки у них. То есть это было очень волнительное для них действие. Хочу сейчас, да, может быть, обратиться к тем, кто нас смотрит. Друзья, если вы принимали участие, поделитесь своими какими-то невероятными впечатлениями. Может быть, что-то сказать хочется организаторам нашего сегодняшнего марафона эфира. Звоните 202-11-22. Ну, это здорово, что такая идея появилась, и без поддержки помещения, территории сложно, да, представить это. Как вообще варенье-то решились второй раз поддержать этот проект? Не разнесли ли в прошлом году ресторан люди непрофессиональные? Ну, в прошлом году, можно сказать, что народу было чуть меньше. В этом году значительно больше посетителей пришло в ресторан. И был достаточно хороший отклик. И поэтому в этом году мы решили поддержать марафон и всеми нашими силами помочь девочкам осуществить то, что они задумали. Вот мы готовили официантов и администраторов, да, больше морально, вот к тому, что это будет непростой день, необычное воскресенье, поскольку летом все немножко расслабляются, потому что большинство посетителей, гостей ресторана уезжает за город в выходные, поэтому, ну, как бы немножко идет спад. На спад, да, вот это вот активное посещение. А вот вчера это был действительно такой очень активный, интересный и все-таки позитивный день, потому что очень много эмоций сразу в одном помещении. Эмоции и с наших новоявленных официантов, и гостей, и плюс очень интересная сама программа была как для детей, так и для взрослых. То есть нам было интересно и здорово принимать у себя таких гостей. Ну, мне хочется спросить, были ли какие-то уже впечатления вот, персонала, что они говорили? Они устали, они довольны, они радостные, они в ужасе. Ну, было тяжело. Поначалу там какие-то моменты давались тяжеловато, когда, ну, вроде в расслабленной обстановке вдруг, как сами сказали официанты, да у нас нескончаемый бизнес-ланч, потому что такая загрузка активная и перемена посетителей, ну, как бы обычно в будни, в бизнес-ланч у нас. Вот. Но там через какое-то время перестроились на новый вот этот вот ритм динамичный, и все с большим пониманием к этому всему относились. По крайней мере, я надеюсь на это. Конечно, какие-то были моменты, когда официанты говорили, боже мой, мы устали, мы больше не можем, но мы их старались, да, вдохновить. И плюс, конечно, они как-то объясняли нашим
новоявленным официантом трудности своей работы? Ну вот я как участник могу сказать, что часа мало, Надя. Надо больше давать. Потому что только ты за первый час понимаешь всю структуру, всю кухню, кухни, так скажем, все станции, все моменты. А уже ко второму часу ты ходишь, уже на расслабоне заказы принимаешь, уже в столах ориентируешься, прям как будто всю жизнь там работали. Я вот у Оли хочу спросить, как так получилось, что тоже стали партнером мероприятия и решили поучаствовать? Ну, всегда интересно делать интересные мероприятия, тем более общаться с людьми, которые не безучастны, да? И в данном случае, так как, ну, по смежной сфере деятельности организации, было интересно привлечь коллег, потому что очень много знакомых в этой сфере, именно известных трендсеттеров самарских, медийных лиц, ведущих. То есть для нас большим удовольствием, конечно, стало пригласить всех этих людей, увидеть то, что они тоже причастны к этому, горят, хотят, потому что были интересные отзывы, что новые ощущения, то есть у нас фотографы, например, визажисты, которых мы приглашали, они говорили все, что это как-то по-другому, теперь мы будем относиться иначе, мы что-то другое новое увидели. Конечно. Да, то есть вот, говорит, раньше мы приходили в ресторан и себя чувствовали как гости. Сейчас мы понимаем, уже какие-то другие вещи сегодня увидели. Такое, говорит, новое ощущение, это вообще другое, нежели тем, чем мы занимаемся в обычной жизни. И, ну, вот меня лично поразила, конечно, атмосфера. Mm-hmm. Атмосфера, отношения людей, которые в этом участвовали, и гостей, которые приходили, как вот вы сказали чуть раньше, что просто случайные гости, которые также вливались и также добродушно, позитивно относились с пониманием, что у кого-то что-то где-то там. Что какие-то... люди непрофессиональные. Да, 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 какие-то шероховатости, мелочи. Ну вот могу сказать, что мы с коллегами, когда с коллегами по смене, обсуждая наше вот это вот мероприятие, говорили, какие мы были нетерпеливые к официантам. Как мы теперь вас понимаем, друзья, каково это? Я за 2 часа натерла вот такую мозоль. Я думала, что вообще можно умереть там на месте в час пик. А это ведь не час пик еще было. Бывает ведь, как придут целыми компаниями по 20 человек, и просто ужас какой-то. Но в любом случае, спасибо вам большое. Надя, хотела спросить, что же было вот в концепции дня? Я так понимаю, что планируется еще в сентябре и дальше продолжать. Что было? Какова вот была программа? Как выстроена она была? В прошлом году, я могу как бы сравнительный анализ mm-hmm. привести, в прошлом году у нас был марафон, который был поделен на свободную зону, когда приходили гости и заказывали блюда, и их обслуживали приглашенные специальные официанты. И был вечером аукцион с лотами, которые предоставили партнеры, и их продавали среди гостей ресторана. В этом году мы решили сделать усиленную детскую зону. То есть в прошлом году тоже были мастер-классы и для взрослых. Вот. А в этом году мы сделали прям такую совсем сильную детскую зону, куда пришли чуть ли не все организации детских праздников. Это было прекрасно. То есть они вложились как бы душой. Вот. Я знаю, что были и животные, и мыльные пузыри. И животные, и трансформеры, и мастер-классы, да, с песком, с рисованием, со всем, чем только можно. Угу. И мимы, и... Да, и были несколько танцевальных классов, которые зажгли просто на мероприятии. Мороженое из жидкого азота. Да, мороженое из жидкого азота. Шеф-повар варенье делал его просто от всей души. Он... В килограммах, Оль? Ну, там какое-то количество. Но я так поняла, что хватило всем, потому что я сама выходила, меня угощали очень вкусное мороженое. То есть очень зрелищно. Помимо этого он замораживал розу, отбивая от нее лепестки, замораживал воздушные шарики. То есть это было, ну, целое шоу, да, mm-hmm. в котором он, ну, и рассказывал о целях нашего марафона. Mm-hmm. Вот очень ответственно подходил к этому, что расскажите мне все подробно, я хочу людям доносить все правильно, там, mm-hmm. и так далее. Здорово. Ну, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы давайте с вами немножечко поиграем, расшевелим вас. Понедельник, может быть, день тяжелый. Давайте посмотрим на экран. Мы загадали для вас кадр из фильма. В качестве приза билеты в кино. Билеты в кино от мультиплекса «Киномечта». Что за фильм? Если угадали, звоните, не подсказывать гостю. Не по... Все слышно, между прочим. 202-11-22, может быть, совсем такое вот название тоже вкусное.
Если вдруг какую-то подсказку услышали, тут же звоните. Кто первый дозвонится, тот билеты и получит. 202-11-22. Хотела спросить, вот люди, которые, так понимаю, приходили утром, днем, вечером, они многие сами, да, вот я, например, сама, да, изъявила какое-то желание. Кто-то приходил, я так понимаю, целыми проектами, да, целыми магазинами, целыми барами, шоу-румами, салонами. И люди сменами работали. У нас гости разделились на два таких, ну, даже не лагеря, а на два просто типа. Те, кого приглашали мы, кого мы могли пригласить, это наши знакомые, друзья. И те, которые уже писали нам сами, звонили, говорили, мы очень хотим, пожалуйста, возьмите нас, мы хотим поработать официантами. И мы никому практически не отказывали. То есть мы приглашали их, и среди них оказались замечательные люди, которые оставались на второй час, на третий. Они меняли вид деятельности из официантов в хостес, из хостеса там, в помощники организатора. Ну, я надеюсь, что ресторан стоит, все нормально, все работает. Все хорошо. Кухня не в шоке. У нас все хорошо, мы со всем справились. Я заходила и в горячий цех, и в холодный, разговаривала с ребятами. Они очень так, ну, видно было, что они сосредоточены, что они работают, стараются, успевают, потому что там на кухню постоянно подходит наш трендсеттер и спрашивает, ну что, это мое, это не мое, это какое, а это блюдо, что за блюдо? Вот они рассказывают нам, там, шеф-повар тоже, что это, подождите, не готово, там все. А есть блюдо, которое я увидела вообще первый раз вчера, потому что я же там нерегулярно в ресторане. Оказывается, что есть у нас какое-то суперблюдо, которое только вот на компанию идет, а в отдельном его нет в меню. То есть очень интересная и хорошая, красивая была подача, при этом, при всем, хотя большое количество гостей, все равно успевали украсить каждое блюдо, и все, и все. Все справились. Это очень хорошо. Уля, а вы чем занимались там вчера? Мы организовывали процесс выхода всех с трансеттеров. То есть программы. С подносиком побегать не получилось в этот раз? Вы знаете, нам было с чем побегать с другим, да. То есть наша задача была именно выстроить процесс в организационном плане, чтобы все выходило вовремя, чтобы люди были переодеты, чтобы смены выходили, ведущие знали, что говорить, когда говорить, как это делать. Ну, то есть непосредственно. Ольга руководитель компании «Конференц-сервис», которая занимается мероприятиями такого уровня, больше, меньше, то есть уровня. Это в основном бизнес-формат, да, то есть конференции, либо вот какие-то, ну, естественно, в данном формате мероприятие нестандартное. Оно было, скажем так, достаточно новым. То есть нет ничего нового в процессе организационном, но есть какая-то новизна в людях, в подходе, в том, какой должен быть результат, да, потому что здесь как бы результат, как можно больше людей вовлечь в этот процесс, и чтобы был у этого такой выхлоп позитивный, скажем так. Да? А детки-то что-нибудь говорили вам? Может быть, они оставляли какие-то записи, что-то еще? Как это? Детки вот дарили организаторам подарки, которые они изготовили на мастер-классах. И видно на всех фотографиях, на всех видео их эмоции. То есть, потому что, как вы сказали, там и животные, и все, кто только угодно был, и относиться к этому равнодушно было просто невозможно. Я надеюсь, что дети очень довольны, может быть, больше, чем родители. А самое милое и приятное было, когда дети подходили и покупали лотерейку, клали там свои 100 рублей, да, и получали в подарок шоколадку или что-то еще. Ну, как бы с детства они приучались к благотворительности. Это очень, очень красиво. Конечно, хорошие такой жесты, поступки. Друзья, 202-11-22, мы разыгрываем билеты в кино. Смотрим на экран. Что за фильм мы загадали, если вы вдруг выяснили, вспомнили? Звоните 202-11-22. Ну, а у нас, кстати, впереди также еще есть две очаровательные барышни, которые кто в первый, кто во второй раз уже принимали участие в благотворительном марафоне от фонда «Личное участие». И каждая из них есть что рассказать, поделиться, какие-то, может быть, истории из вчерашнего дня рассказать, кого увидели, что, может быть, понравилось, не понравилось. Ну, в любом случае, не переключайтесь, впереди все самое интересное. Важи, я благодарю, девушки, удачи вам в приятных, таких замечательных, добрых и, главное, очень хороших и полезных делах. Ну, а с вами, друзья, мы встречаемся через пару минут. Вязать. Я на данный момент занимаюсь вязанием. Вяжу пинетки для маленьких деток от 0 до года. Так.
как давно занимаетесь этим? Ну, что со школы, то есть я в школе научилась, и на данный момент как подрабатываю немного. Стричь. Ну, шьем иногда, когда время есть, позволяет. А что еще? А самая красивая вещь, которую сшили, есть? Что это? Ну, это платье, наверное. Ну, такое домашнее. Костюмы! Костюмы. Все, умею. Умею вязать крючком, спицами. Что еще я умею? Шьете, кулинария? А, нет, не шью, но готовить иногда люблю, иногда нравится. Я все умею делать, даже многое из того, что делают мужчины. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, например, что бы вы хотели, чтобы я сделала? Молотком умею работать, дрелью умею работать, отверткой умею работать. А рукоделие подвластно вам? И шить могу, и вязать могу, и готовить могу, еще что-нибудь. Были домашние животные, вот, но, в принципе, я думаю, вот особенно кошка, собак, по большому счету, ну, они очень, скажем так, дружелюбные, несмотря какая порода, конечно. Ну, думаю, так вот для успокоения нужно. Ну, а домашние, конечно, и животных надо иметь. Я, например, люблю вот кошечек, поэтому я считаю, что это надо. Они даже помогают, по-моему. Нет, домашних животных нет. Раньше содержал. Но достаточно проблематичный вопрос с ними. Поэтому через некоторое время отказались. Некоторые завозят для каких-то разных целей. Одни для здоровья, а одни, чтобы создавать агрессию. Злой человек заводит собаку бойцовую, которая даже его кусает. Это правильно? И кошки, и собаки, они дружелюбные, хорошие друзья. Если человеку очень хочется какого-нибудь друга иметь, а, ну, помимо человека, то, конечно, пускай заводит. Я думаю, да, каждый человек имеет право держать домашнее животное. Весь вопрос, что при этом он не должен причинять неудобства окружающим. То есть домашнее животное предполагает плюс еще и высокую меру ответственности. Ну, это, возможно, полезно, чтобы они нас охраняли. А почему нет, если любители? Почему нет-то? Вот я, например, держу кошечку. Я ее люблю. Что ж, продолжается наш эфир. Мы рассказываем вам о благотворительном марафоне, который прошел в ресторане «Варенье» буквально вчера. С пылу, с жару, все на эмоциях. Невероятное количество людей, знаменитостей, действительно, селебрити, или как их назвали организаторы, трендсеттеры, ну, как хотите называть. В любом случае, люди, чьи имена, фамилии и лица вы знаете, любите. И с большим удовольствием я вам представляю еще наших гостей, наши гости сегодня. Давайте знакомиться. С нами по-прежнему руководитель благотворительного фонда «Личное участие» Надежда Голубкова. Приветствую, Надя. И присоединились к нам участницы марафона. Это Елена Рыжая, ведущая, топ-9, между прочим, участница марафона. И стилист, визажист и просто красавица Татьяна Чекмезова. Здравствуйте. Здравствуйте. С Таней мы вчера смену отработали на ура. Ну, давайте начнем, наверное, с того, кто первый раз. Татьяна, ну, поделитесь эмоциями. Как вообще все это было и как решились принять участие? Ой, я очень довольна. Я узнала, что зовут на мероприятие поработать моего друга. Сказала, я тоже хочу. А выяснилось, что я была следующая по списку в обзвоне. Угу. Поэтому все сложилось как нельзя лучше. Я всегда очень хотела поработать с официантом. Но на один день никто меня в ресторан, естественно, не пустит. Это у всех такая мечта в детстве, да, наверное, была. А тут звезды сами сошлись в одно. И я бы очень была довольна. И сегодня, даже несмотря на усталость, потому что, как выяснилось, это очень энергозатратный процесс, я, ну, все равно очень довольна, очень благодарна Наде и всем организаторам за такую возможность, во-первых, исполнить свою мечту как-то частично, во-вторых, помочь при этом людям, в-третьих, встретить очень много знакомых и незнакомых людей и еще узнать как-то кухню. Кухню-кухни. Да, кухню-кухни. Ну, а что самое страшное, может быть, было? Нет такого? Самое страшное для меня было то, что я могу не успеть что-то принести, человек будет очень долго сидеть и ждать. И нервничать. Да, и меня это больше всего волновало, потому что столов
получилось у меня как-то очень много одновременно. И держать в голове один, второй, третий стол, кому что принести, откуда тебя тут заодно просят отнести еще какое-то блюдо, неизвестно кому, и ты несешь туда, сюда. То есть голова разрывается. Не пролить, не просыпать, не убиться со второго этажа. Было очень интересно. Ну, если еще раз позовут, пойдете? Конечно. Вот уже набирается команда. Лен, ну давай рассказывай, как было в прошлом году и как в этом году. Ну, я, наверное, тоже могу сравнить, потому что мне посчастливилось уже дважды быть участницей этого марафона. В прошлом году, правда, я работала на летней площадке, привлекала людей с нашей большой красивой улицы Ленинградской, старалась как можно громче говорить о всех тех интересных интерактивах, о всех тех развлечениях, которые ждут гостей. Ну, естественно, рассказывать о самом главном, о самой главной цели, это как можно больше собрать средств на благотворительность, на строительство детской площадки. В этом году, действительно, девчонки очень верно сказали, было гораздо больше гостей в ресторане. Несмотря на плохую погоду. Несмотря, может быть, на то, что очень много в этот день у нас в городе было еще интересных мероприятий, но, тем не менее, гостей было много, и гости были очень и очень заряженные. Люди приходили не просто покушать, не просто приятно провести свой выходной, но еще действительно сделать доброе дело, зарядиться вот этой позитивной энергетикой, и это было очень здорово. Ну, а значит, в этом году пришлось побегать с подносом все-таки? Нет. Да что ж такое, нет, не везет, Лене. Мне не посчастливилось, ну, да, вот. Побегать с подносом. Я надеюсь, на следующий год у меня будет такая возможность. В сентябре у меня прекрасно. В сентябре, друзья, жду вас в ресторане «Варенье». Я должна была, на самом деле, стоять на позиции бармена. Очень надеялась, что меня наконец-то научат варить вкусный кофе, но и здесь мне не повезло, потому что вновь в руках у меня вместо чашечки кофе и турки был микрофон, и я занималась тоже, на мой взгляд, очень важным делом, постоянно проговаривала гостям ресторана о том, что сегодня здесь сбор средств, благотворительный марафон, и сегодня здесь вы можете действительно принять личное участие в судьбе детишек. Ну вот скажи честно, приходили ли люди, которые приходили к тебе специально? Да, приходили, я очень, кстати, им благодарна. Ребята, спасибо. Были и мои друзья, были и мои клиенты. И я очень рада, что они действительно откликнулись, пришли специально в этот день для того, чтобы поддержать меня и поддержать очень классную идею, потому что я считаю, что это уникальное для Самары мероприятие, когда действительно на такой позитивной волне, без какого-то либо негатива, да, или какого-то официоза, в очень такой приятной атмосфере можно стать чуточку добрее и как-то кусочек себя подарить окружающим людям. Вот как говорят-то участники. Сижу и слушаю, прям сердце радуется. Друзья, 202-11-22, еще вдогонку вам летит один вопрос. Мы разыгрываем сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Вопрос тоже про кондитерские изделия, но непростой вопрос. Вот именно это кондитерское изделие является объектом исследований в математике. Три варианта ответов вам. Это бублик, это кекс или эклер. Звоните 202-11-22, если знаете. Ну и по-прежнему ждем ваших звонков. Как раз-таки пытаемся выяснить, что за вкусный фильм тут загадан, в названии кроется. Действительно хорошее такое приятное название. 202-11-22, билеты в киномечту специально для вас. Собственно, если есть желание что-нибудь выиграть у нас, звоните. Будем рады вашим звонкам и рады с вами пообщаться. Даже если вдруг у вас найдется минутка, давайте звоните. Не стесняйтесь, самое главное. Ну, а я хотела спросить, у нас сегодня такой женский состав. Ну, мужчины тоже были, и были в большом количестве. Вот кто лучше все-таки справлялся, мальчики и девочки на кухне? Вот были ли какие-то такие вот подглядывания? Мужчин было очень много. Мы сегодня оставили их всех спать, потому что их надо беречь, им нужно восстанавливаться. Они вкладывались, ну, вот просто сверх своих возможностей практически. Я бы не стала делить на мужскую и женскую половину. Кто лучше, кто хуже. Да, все были прекрасны. Единственное, хочется, вот варенье ушло у нас, вспомнить про их официантов. На самом деле официанты вчера их тоже все свои чаевые отдавали. Вот. А про них это никто не сказал. И эти люди, как бы они не обязаны были отдавать ничего, да, но они вкладывались. Молодцы. Да, они молодцы. Они прям вообще, большое спасибо, действительно, потому что без них, мне кажется, ну просто... Без них вообще бы ничего не получилось. Вообще бы ничего не получилось, действительно, потому что эти люди на свои плечи огромное количество вопросов, огромное количество каких-то нюансов, проблем, а где ложки, а где вилки, а где салфетки, а где взять это, а забейте, еще раз это, а еще раз это. И то есть у людей действительно, если же голова была вот такая огромная у нас,
А у них-то, наверное, еще больше. Ну, хотела спросить, ну вот, допустим, если наблюдать за какими-то друзьями, кто там как-то подходил, спрашивал, получалось ли со стороны вот так вот у ребят быть официантами, влиться в эту атмосферу? Да, я могу сказать, моих друзей обслуживали мои коллеги на позиции официантов. И девчонки мне потом говорили, что очень приятно было, потому что помимо подачи блюд, грамотной подачи блюд, еще и была приятная беседа. То есть люди, которые пришли в этот день помочь собрать средства, они не только подавали блюда, но они еще и рассказывали о целях марафона и попутно делали гостям комплименты, желали им приятного дня, приятного аппетита. И вот такое живое общение, оно тоже создавало вот эту неповторимую атмосферу добра, любви. Мне даже казалось, что в Варенье в этот день погода была отличная, гораздо лучше, чем на улице. Было солнечно, было тепло, и поэтому гости уходили очень довольные. Татьяна, ну что-то говорили, вот чаевые оставляли? Да, чаевые оставляли, и некоторые вели такой негласный рейтинг. Счет? Кому сколько денег оставили. А я спохватилась очень поздно и думаю, ну что же я опять не об этом. Я думала, нужно большему количеству людей помочь, большее количество там, людей, обслужителей взять столько. Поэтому я рассчитала до конца только два стола, остальные, видимо, подрасчитали девушки, к которым я была прикреплена. Угу. Чаевые оставляли. И я знаю, я разговаривала с ребятами, с коллегами. Они говорят, что у многих чаевые были достаточно весомые. Чуть по отношению больше, с чем обычно, да, конечно. Да. То есть от общего чека это была внушительная сумма. Угу. Ну, я так понимаю, что хочется еще раз спросить у Надежды, что на эти денежки, собранные вчера, будет сделано, какое доброе дело с личным участием каждого, как это происходит обычно? Это доброе дело называется детская спортивная площадка для противотуберкулезного диспансера на улице Вольской. Когда она будет построена, ее можно будет посмотреть, прийти из-за забора или внутри. Она строится по всем правилам, которые должны быть. И сейчас начинается строительство второй очереди, то есть сама спортивная площадка. Если в прошлом году это был забор, который огораживал ее, то в этом году это будет спортплощадка для детей, которые находятся там на длительном лечении. Угу. Ну, а то есть это все обсуждается, да, с руководством, то есть вы как-то свои планы им рассказываете, то есть получаете поддержку какую-то, да? Конечно, это все согласовано, все одобрено и при полной поддержке руководства. Но какие вот еще дальнейшие планы, кроме этой, допустим, детской площадки? Что еще необходимо? Какие еще проекты есть, которые, может быть, кто-то захочет поддержать? У нас есть один проект очень интересный. И вот этот марафон, он на самом деле немножко вывел нас в люди фонда, да, чтобы о нас узнали и присоединились, возможно, вот к следующему проекту. У нас есть проект «Больничный клоун». «Больничная клоунада» — это мировой проект, направленный на то, чтобы специально обученные люди, аниматоры, приходили в больницы к детям, которые либо тяжело больны, либо перенесли операцию или готовятся к ней. А нагрузка психологическая в этот момент очень велика. То есть подготовленные должны быть люди? Это должны быть по проекту «Больничная клоунада» — это профессиональные клоуны, то есть подготовленные, прошедшие обучение. Их этому учат. Их отсматривают в процессе. У них есть большой период стажировки, когда они могут выйти с профессиональным наставником. И потом только могут выходить к ним. Потому что нагрузка на человека, который идет к детям, к больным, очень велика. Потому что это могут быть и смертельно больные дети. И... Ну, хороший тоже проект получается. Интересный, да. Пока он у нас на стадии разработки. Мы надеемся, да, что он запустится. Конечно, конечно. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна, очень приятно. Татьяна, ну давайте мы сейчас будем выяснять, на какой же вопрос вы хотите нам ответить? Наверное, на второй. Я не угадала. Ну, ничего страшного, давайте пытать счастье в математике. Вы как, гуманитарий больше или физики, как говорится, лирики? На кого себя делите? Гуманитарий. Ну, и на вопрос по математике решились нам позвонить. Ну, давайте выяснять. Какой же в математическом понимании вот этот вот замечательный, вкусный продукт является объектом исследования в математике? Что же это, как вы думаете? Может быть, бублик, потому что остальные по геометрическим формам не подходят. А бублик почему подходит? Круглый. То есть, а название эклер вам ничего не говорит? Нет.
То есть придумать функцию с таким названием у математиков не хватило бы фантазии? Наверное, нет. Ну, я не знаю, с чем вы руководствовались, интуицией или знаниями, или просто логикой какой-то, но, тем не менее, действительно, существует, я сейчас буду занудничать, но все же класс математических функций, задающих общий вид поверхности бублика. Такая поверхность называется тором. Если вы поняли, что я сказала сейчас, то это правильный ответ, действительно, бублик. Спасибо большое. Отправляйтесь в салон красоты. В общем-то, вас с чем, собственно, с этим призом и поздравляем. Спасибо большое. 2 минутки у нас остается. Когда ждать очередного мероприятия? Следующее мероприятие пройдет в сентябре, 6 сентября, в ресторане «Мяснов». То же самое будет? Нет, будет немножко другой формат. Угу. Более камерный и не на весь день. Не на весь день. Да. Угу. Но, тем не менее, цели тоже благие. Цели абсолютно благие, сбор средств на наши проекты. Ну вот, друзья мои, если вдруг есть желание как-то помочь, рублем ли, делом ли, может быть, морально как-то, информационно, почему нет, мне кажется, всегда благотворительные проекты, ну, действительно нуждаются в вас, в людях, в новых людях. Вот кто-то из нас впервые примкнул, может быть, и не последний раз собираемся. Я так понимаю, все равно всем понравилось? Очень безусловно. И будем участвовать еще. Неважно, да, уже на какой позиции? Абсолютно неважно. Может быть, даже пустят немножечко на кухню. Там так, где-то. так, вот, видите, какие. Учтем. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Людмила, вы фильм угадали, скажите нам. Ну, надеюсь, что угадала. Давайте посмотрим на экран. Мне кажется, это фильм «Шоколад». Не совсем. Ну, в смысле, даже близко нет. А какие-нибудь еще, может быть, варианты есть с вкусными названиями? Даже не подходящие. Не ну, актрису угадали? Что? Актрису. Эх. Ну, друзья, если вдруг кто угадал фильм, принимаем ваши телефонные звонки уже за эфиром. Вам большое спасибо, что пришли. А если есть желающие попытать счастье и получить билеты в кино, звоните 202-11-22. До встречи. Делайте хорошие, добрые дела. Личное счастье каждого всегда важно. До свидания.